анонс и точность выхода 20 серии турецкого сериала «Личность». 20 серия сериала выйдет в эфир 24 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как жизнь переплетается с тенями предательства и зловещей мести, создавая кинематографическую канву драмы. Дива в ожидании важных властей от Фатоша стоит на грани неизвестности, словно в туманном пространстве между светом и тенью. Тем временем Агах, словно темный художник, продолжает похищать части души Кадера, поглощая его семью. Тяжелый выбор висит перед Кадером, словно пламенный меч, предательство или месть. Каждый его шаг становится испытанием, каждое решение – стрелой, мчащейся в неизведанное будущее. Дива в своем ожидании, словно волшебник, читает будущее, оставляя следы своих мыслей в пустоте. Время кажется замедленным, и каждое мгновение наполнено волнением, таинственными предчувствиями и тяжестью неизреченных слов. Агах, как темный титан, продолжает ткать свою сеть вокруг Кадера. Семейные узы рвет на части, погружая его в пучину мрака. Каждое действие Агаха становится каплей крови в сердце Кадера, заставляя его стоять перед перекрестком, где свет и тень борются за душу. В это волнующее время выбор Кадера обретает остроту. Предательство, как тень, маячит перед ним, предлагая ложные надежды на спасение. Месть, как могучий огонь, горит в его глазах, подогревая чувства и тяжелые решения. Судьба висит на волоске, словно тонкий луч света во мраке. Дива, чувствуя потоки времени, готовится к важному моменту, который может изменить все. Агах в своем жестком танце усиливает свои холодные взгляды, держа в руках нити, которые может перерезать в любой момент. 20 серия сериала выйдет в эфир 24 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.